Госдума назначила бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, председателем Счетной палаты России, сообщает РИА Новости во вторник, 22 мая. Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионалом с большой буквы, заявила на пленарном заседании глава комитета Нижней палаты парламента по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Кудрин выразил благодарность бывшей главе ведомства Татьяне Голиковой и ее коллегам за проделанную работу, говоря о дальнейшей деятельности, он отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами, в том числе с механизмами государственных программ и национальных проектов, при этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами. Это непростая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать, сказал Кудрин. Кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты внес на рассмотрение парламент РФ президент Владимир Путин. Изначально возглавить ведомство бывшему министру предложили в «Единой России». Глава Счетной палаты назначается сроком на 6 лет. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.